5 вьетнамцев и сопровождавший их уроженец Чечни задержаны гродненскими пограничниками при попытке незаконного пересечения белорусско-литовской границы. Свой вклад в поиск мигрантов внесли добровольные дружинники. Один из них заметил в лесу дорожку из следов в направлении государственной границы и сообщил об этом пограничникам. Потенциальных нарушителей тут же задержали. Ими оказались 5 уроженцев Вьетнама в возрасте от 21 до 26 лет. А незаконно перевести их в Литву пытался 38-летний житель России. Задержанные пояснили, хотели попасть в Евросоюз в поисках лучшей жизни. В настоящий момент в отношении гражданина России, уроженца Чечни, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Проводится предварительное расследование в отношении граждан Вьетнама, которых пытались перемести через белорусско-литовскую границу. Уже принято процессуальное решение. В ближайшее будущее они будут депортированы на родину. В последнее время в охране границы все чаще на помощь пограничникам приходят дружинники. Так, в прошлом году на участке Гродненской погрангруппы выявили 77 нарушителей государственной границы, 8 из которых были задержаны с помощью дружинников.